Резонанс вокруг скандального перформанса панк-группы «Пусть ревет в храме Христа Спасителя» свидетельствует о кризисе в отношениях между церковью и значительной частью общества, считают в Российской католической общине. Мы можем только выразить глубочайшее сочувствие Русской Православной Церкви и прихожанам храма Христа Спасителя, потому что такое событие в храме, оно, конечно, является очень тяжелым ударом для верующих. Могу себе представить, что бы мы чувствовали, если бы это происходило в нашем храме, сказал директор информационной службы католической епархии Божьей Матери в Москве священник Кирилл Горбунов. Акция панк-группы «Пусть ревет», наделавшая в последнее время так много шума, далеко не самая страшная из того, что происходило с храмом Христа Спасителя в прошлом. Храм был построен еще в Российской империи в 1883 году в благодарность Богу за спасение России от наполеоновского нашествия. Однако в 1931 году храм был взорван по решению органов власти СССР, официальная идеология которого опиралась на атеизм. На месте разрушения храма планировалось построить Дворец Советов, но этим планам помешала Великая Отечественная война. В итоге уже в 1960 году на месте собора был построен плавательный бассейн «Москва».